Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Юрий Луценко заявил, что он сломал систему в Генеральной прокуратуре. Об этом он сказал в интервью издания «Цензор». Луценко подчеркнул, что кроме него не было человека, который мог бы сломать систему в прокуратуре. После трех предыдущих назначений стало ясно, что люди систему ломать не будут. Они не делились и не собираются делиться полномочиями. Каждый видел себя гарантом законности. Разрушить систему репрессивного характера пост НКВС мог только человек с революционным прошлым и соответствующим опытом парламентской и политической работы. Именно это я и сделал, пояснил Луценко. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.